вами спортивный комментатор Юрий с обзором самых горячих моментов во время просмотра «Дважды два» в городах. На третьей строчке Екатеринбург. Он залип перед телевизором, не выпуская из рук раскаленную кастрюлю с борщом. И не сдвинулся с места, пока не остыло. Екатеринбург, 2,5. Его опережает Новосибирск, который гладил во время просмотра футболки. И так увлекся эфиром, что прожег порядка 15 штук. Новосибирск, 2,6. Но главным событием недели становится Омск. Он так упорно смотрел «Дважды два», что телевизор раскалился до бела и поджег кружевную салфетку, которой был накрыт. Омск, 5,4. Поздравляем, Омск! Высылаем в качестве компенсации набор брендированных кружевных салфеток «Дважды два». А всем остальным не менее огненный подарок – премьера 4-го сезона «Проповедника». Поспеши, впереди крупные свершения. С 18 августа в 00:20.